Давай. Там что, ручника, ничего нет? Можно на скорость положить. Толкать там смысла нету? Может, попробуешь там? Нет. Ну все равно он усилия это даст какие-то. Ну да. Во, ну все равно. Только совсем-совсем в натяг. И подожди, натягивай, еще натягивай. Натягивай. Поехала потихоньку. Сейчас лопнет трос. Давай. Идешь. Давай. Газу. Давай. Еще. Может, чуть это левее, правее. Назад, вперед сделай. Все, натянул. Потихоньку вообще. Дергать порвешь 100%. Ну и за другим поедем. Да он уже вон она почти. А? Поехали сразу за другим. Ну жалко вот этот трос. Нет, этот, сдай назад и чуть-чуть тогда порезче. Нет, смысла нет. Чуть-чуть порезче. Давай. Стой. Ты вот прям вытянул существенно, на полметра. Обратно едет. Здесь просто подъем, да? Давай, дергай и топи сразу. Вот, давай. У-ху! Стой. Держи ее, стой. Сейчас я ручник поставлю. Ёб твою мать. Слушай, а у вас что, резину пробило? Че она так просела? Смотри, она лежит. Или этот? Да, мало съесть что-то она. Нет, у тебя такое ощущение, что амортизатора нет. Я такого не видел, блядь. Ох, нихуя тебе. Да ничего, просушишь. Можно, да, ее повыше? Ничего нету. Повыше поднял. Да, сейчас. Отойди, мальчишка. Иди сюда к нам. Давай потихоньку. А хули ты ее потащишь, заломит? Телефон, нахуй. Давай. Заходи.
и не нашла. Возьми воды. Вообще. Сейчас что-нибудь по-любому, да, поплывет? Рыба вон плывет, смотри. Рыбу я уж поймала. Рыба! Вот, смотри. Пискари вон, смотри. Смотри, какая рыбка! Тихо. Вон она, смотри, вон малек. Вон она, смотри. Рыбка. Вот это мордушка, пацаны. Нет, пацаны, ее надо сюда, чтобы... Зай, пару слов будешь о происшедшем говорить? Да вон у Костяна лучше спроси пару слов. Пару слов о происшедшем. Где-то пробка должна быть, по-любому. Здесь? Да, есть пробка. Ну что, все?